фотографию на память, да? Вот там вот, по центру, напротив фотографа. Почетное второе место и свои серебряные медали получает команда Gold Angel, школа номер 39. И кто готов к фотографии на память? А первое место и свои золотые медали получает команда из школы номер 106 «Гепарды». В номинации «Черданс фристайл команда». В возрастной категории кадеты места распределились следующим образом. Почетное третье место и свои бронзовые медали получает команда «Маршмеллоу» из школы номер 2. Школа номер 2, выбегайте к нам. Вот ваши победы и ваш кубок победителя. Почетное третье место и свои бронзовые медали получает команда Hellcats и школа номер 44. Почетное третье место и свои бронзовые медали получает команда «Гоучир», школа номер 119. Почетное второе место и свои серебряные медали получает команда Black Star, школа номер 121. Почетное первое место и свои золотые медали дебютантов получает команда